Медики Кумбетовского района призывают жителей республики вакцинироваться. Более 8 тысяч человек в районе уже защитили себя. Это поспособствовало тому, что в районе в разы снизилась заболеваемость и увеличился коллективный иммунитет. Чтобы не было осложнений, обязательно надо прививать. Особенно те диспансерные группы населения, у кого сахарный диабет, хронические неспецифические заболевания, хронический пиелонефрит. В общем, хронику обязательно, в первую очередь, надо прививать.